Здорово. Ну что ж, давно сюда не заходили. Сикин-сикин. Надо уже его пройти, потому что VR с ним не работает. VR, точнее, игра загружается через VR, когда стоит VR. Странная вообще эта штука. Поэтому надо быстрее пройти уже игру. Так, нам в психбольницу надо как попасть. Надо понять как. Так, по-любому где-то здесь вход. Вот главные ворота. О, не открыты. Сегодня приемный день. Думаю, бегать по окружности нет смысла. Чего найти? Доминошки тут ебашим. Это нам пригодится по-любому. Я думал, что это типа за палка, сейчас думал, мозг какой-то, что ли. Вообще просто палка какая-то, блин. Нарисовалась внезапно. Внезапно. Все лечебницы. Вершина истины никогда не покорят напрасно. Ты тоже это видишь? Что? Так, там лифт, подвал. Вы видели зверя? Ага. Такой дозой можно лошадь свалить. Кровь почти засохла. А, дверь не поддается. Пизда пришла. Ага. Написан плакат. А, понятно, сейчас надо с кем-то попиздеть, чтобы здесь потом все загорелось. Хорошо вообще. Ладно, давайте попиздякаем. Слышь, ты... Я еще некую Беттани Трогмортон. У вас нет пациенток с таким именем? Здесь нет никого из семейства Трогмортон. Но одна Беттани у нас есть. Точнее, была. Она пропала.
и не просто вышла на прогулку, как обычно. Это вот так вот они у вас просто выходят, там, в море могут уйти, да? Конечно, хорошо, хорошая больница, хоть и псих. Так. Прогулка, как обычно? Вы разрешаете пациентам выходить из здания? О, Бетта не была безобидной. Всегда возвращалась. А в этот раз я никогда ее такой не видела. То есть она сбежала? Да. Санитар без сознания, а ее и след простыл. Мы от нее такого не ожидали, она ведь обычно безобидна. Вы не знаете, куда она отправилась? Нет. Она в последнее время вела себя странно, что-то бормотала. Нарисовала странный символ на стене своей комнаты. Стоя. Любопытно. А можно мне взглянуть на эту комнату? Думаю, просто. Вреда от этого не будет. Он у нее была отдельная комната внизу. Вот ключ. Только не наступите на осколки стекла. Счастливо. Ищет комнату Беттани. Следите за карманами. Некоторые пациенты могут что-нибудь стащить. Рекордс.ру. В любом хаосе сокрыт космос. В любом беспорядке тайный порядок. Окей. Моя голова! Голоса не замолкаю! Твоя голова, да. Я не то, что со мной случилось. Я то, чем сам решил стать. Понятно, человек без лица, и ему... Рано или поздно ты окажешься там, где должен быть. И будешь делать то, что должен делать. Хорошо. Просто, блядь... Слышишь? Кто-то поет. Чудесно. Чудесно, просто чудесно. Слышишь? Конец близок. Все начнется заново. То, что внизу, поднимется наверх. Семя посеяно. Давай поиграем. Давай. Фулл хаус, я выиграл. Иди нахуй. Хватит пялиться на мои листья. Лучше полей меня. Полить. Так, он хочет, чтобы я его полил. Я могу его обоссать? К сожалению, нет. Тут нет такой функции, мужик, извини. И вот этих монстров вешайте здесь. Был бы, вот такие бы лучше, чем, блядь, эти кошки какие-то там бегающие. Танты какие-то, блядь. Все зависит от того, как мы смотрим на ситуацию. Так. 8, 9, 10, 11. Погнали! Ебаная нахуй. Чем могу помочь? Не знаю даже, чем можешь помочь. Я где комната Бетты? Э?
Так. Их ключей в этой лечебнице. Его отличает только небольшая деревянная бирка с надписью Беттани. Но, честно говоря, не видел здесь пока еще никаких таких дверей. Здесь только у Бетта не персональная комната, да? Я найду его, малыш. Обещаю. Расскажи подробнее. По 7 лет за каждое – это очень длинная полоса неудач. Как хорошо, что не я их разбил. По 7 лет неудач за каждое? Снимали под дулом пистолета, что ли? Кто-то здорово тут порезвился. Наблювал? Я так хотел сказать. Юнман Хэммонд Дормонт, старший сын Фрэнсиса Дормонта, объявлен мертвым. Маленький Хэммонд серьезно пострадал в результате загадочного несчастного случая во время семейного праздника, и врачи так и не смогли вернуть его к жизни. Похороны состоятся на этой неделе, и на них будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья. В этот мрачный и трагический час мы стараемся не забывать о тех, кто остался с нами, в том числе о малыше Роберте, признается Фрэнсис Трогмортон. Он теперь мой единственный наследник, и я сделаю все, чтобы его защитить. Все это я делаю только ради своего дорогого Хэммонда. Мне нельзя об этом забывать. К своему стыду, я надеюсь, что у этого подлеца косого здравый смысл окажется сильнее жадности. Он раздобыл зеркало. Мне все равно, как он это сделал. Но когда я пришла забрать его, он решил поднять цену. Более того, ему хватило наглости мне угрожать. Он сказал, что найдет другого покупателя. Что сделано, то сделано. Никто не имеет права вставать между матерью и ее ребенком. То есть в зеркале она видела своего мертвого сына. Ну, почему во всех зеркалах? Стоять! На-на. У вас больше нет надо мной власти. Я нашла своего Хэммонда, и он объяснил мне, что нужно делать. Стеклозавод Рэндалла в Salvation Harbor. Невероятно. Разгадка была там с прошлого века. Пора сложить все части головоломки.
Стоять! Беттани выколола зеркало у Гловера, а потом сбежала из лечебницы. Похоже, она отправилась на стеклозавод Рэндалла. Все улики найдены. Но не все улики собраны. То есть, здесь ситуация как и здесь. И как... А что тут уже исчезло? Вот я этого не помню, я вроде бы все собрал. Ладно, смотрим задание. Так, журнал. Беттани бежала с чем-то, похоже, она направится на фабрику под названием стеклозавод Рэндалла. Salvation Harbor. Это у нас прошлого века. Salvation Harbor. Так, им да. Сделано. Фото. Ага. Старший и младший. То есть старший умер, а она сошла с ума. А что второй ребенок не его, не от нее. А хуй знает. Так, Salvation Harbor, стеклозавод. А вот так вот, где он здесь вообще возможен? Я даже не знаю. Может, вот это в центре есть стеклозавод? Нам сейчас, в принципе... Куда нам? Тпкнуться можно прям сюда. А тут на лодку сесть и ебашить. А, вот же есть у нас. Вот, есть сюда. И отсюда. Так, ну давай. Похоже, Беттани была помешана на зеркалах. Вам что-нибудь об этом известно? О, да, бедняжка. Она верила, что в ее зеркалах живет мальчик по имени Хэммонд. Каждый день с ним разговаривала. Ясно. Да все довольно. Счастливо. А, теперь все улики. То есть, бля, господи, надо было просто с кем-то поговорить, чтобы что-то получить. Окей, хорошо. Стеклозавод. А нет, я думал, здесь припасы. Сюда. Так, я правильно иду?
Все. Блять, что это за удар? За них что-нибудь там монстр. Так. Нет, это не может быть секунд. Где стеклозавод? Есть какой-нибудь, ну вообще. А, ну я здесь был, да? Да, я все заходил здесь. Сатания какая-то. Хоть ингредиенты можно собрать. Дверь не поддается. Стеклозавод здесь. Начну хоть здесь. Я хоть правильно все прочитал. Мы сбежал из лечиться. Похоже, направилась на фабрику под названием Стеклозавод Рэндалла в Salvation Harbor. Полагаю, что разгадка была там, с прошлого века. Salvation Harbor, стеклозавод. Если они здесь, либо здесь, либо здесь. Сейчас забежим так посмотрим. Thank you.
ничего. Так. Где же она может быть? Дверь не поддается.
Дверь не поддается. Это не то, что нам нужно. По идее, должна быть, наверное, вывеска. Свежая рыба! Ты только что из моря листов. Все, я рыба, блядь. Тут у вас свежестью даже не пахнет вообще ни разу. Тебе крышка, чужак! Бля. Ты чё, охуел? Что сейчас за бред-то был, господи? На меня напали, пизды выхватили. Говорят, что у меня крышка вообще чё-то. Хуйня какая-то. Да ёбаный ты вроде. Патроны просто в жопу улетели. Зачем я здесь? На револьвер не ебан. Чё глюки-то, господи? Thank you.
ж ты там, говно. Ёбок заебал. Блять, все патроны потратил. Завод не похож. Так. И гробы, блядь. Чувак с рыбой сосет. Что за извращение, блядь? Ой. Все равно это не то. Надо бегать искать дальше. Где же, блядь, этот стеклозавод? Как ломать его забыл. Так, ну по времени все. Там, ну, хер знает. Вообще там что-то напишу. Ну, типа, все, если что.